Собирали мы сегодня Иван-чай, но собрали немного. Пошел дождь. Даже прям, можно сказать, ливень. Вон сколько у нас Иван-чая. Ну ничего. Поэтому попутно сейчас сделаю ролик про траву, которая очень хорошо помогает при подагре. Много вопросов было. Сейчас я вам ее покажу и все расскажу. Но перед этим отмечу, кто хотел заказать Иван-чай, пишите в личные сообщения. Часть уже есть, плюс готовить будем еще, заготовки идут. Поэтому кто хотел приобрести, кто просил, чтобы я сообщал, я вам сообщаю, что Иван-чай уже есть в наличии, можно заказать и приобрести. Свой Иван-чай я хвалю тем, что он собирается не вдоль дорог, а вот в таких вот местах изумительных. Вдали от городов, вдали от дорог, вдали от заводов и всего. Ну, в экологически чистом месте. Поэтому заказывайте и приобретайте. В личные сообщения пишите. А сейчас я вам покажу про траву, которая помогает, когда есть подагра. Про подагру. Все видели, наверное, такие цветочки. Это герань луговая или герань полевая ее называют. Отлично выводит соли и пурины. Незаменимо при подагре. Поэтому собирайте. Собирайте как корни, так и листья. Измельченные корни с листьями, либо вместе, либо по отдельности. 2 столовых ложки на 0,5 литра. Заливаем кипятком, настаиваем 8 часов. И после этого эту 0,5 баночку в течение дня равномерно там за 4-5 приемов выпиваем. Стандартный курс там 3 недели, через неделю можно повторить. Всем рекомендую ознакомиться. Герань, она сворачивает кровь, поэтому не всем подходит. Отлично подходит и лечит геморрой у многих. Для горла при воспалениях, при онкологиях ее применяют. Но в данном случае я сегодня про подагру говорю. И вот хочу отметить ее такие свойства. Всем рекомендую изучить. Если вам подходит, то применять. Как обычно, я даю только направление, а вы дальше уже самостоятельно изучаете. И если хотите, то потом применяете. Еще раз показываю, просят всегда показывать. Я думаю, все видели. Такие замечательные просто. Цветочки красивые. Вот такая у нас герань. Обязательно выезжайте на природу. Дышите свежим воздухом, получайте энергию. Всем здоровья и отличных выходных!